Водій іномарки спричинив дорожньо-транспортну пригоду та зник з місця аварії. ДТП сталося на перетині проспекту Миру та вулиці Казанцева. Нею порушник рухався на червоний сигнал світлофора. Серед постраждалих – байкер та водій Hyundai. Да, стоял на перекрестке, начал движение, увидел с левой стороны двигался автомобиль на большой скорости, в результате чего я приостановился, а автомобиль ударил байкера и скрылся с места происшествия. Около середины перекрестка заметил несущиеся со скоростью, наверное, больше 100 км в час со стороны кольца. Начал тормозить, но все равно он меня зацепил задним крылом.